Хейоуге, с вами Шимики, и это у нас The Room. Итак, эти три замка отделяют меня от содержимого в ящике. Закрыть наглухо. Должен быть другой способ открыть его. Ага, окей. Поехали. Опа. Ладно. Так. Пальцы. Пальцы говорят о том, что это можно использовать. Ништяк. Книга. Найден предмет. Древняя книга. В кожаном переплете. Обложка смотрится богато. Окей. Ага, знак. Головоломки, значит, нужно херячить это все куда-то, да? Листочек. Есть. Ручка. Сейчас приду. Ручка. Есть. Так, поехали. Первый знак. Не ебу, что это? Ну, это понятно, что каждую головоломку нужно решать умным способом. Так, где у нас еще было? Снизу какая-то поеботика. Так. И палочки. Я уже знаю, к чему это. Так, а что вот это у нас? Пять, семь. Опа, еще один знак. Так. Как его рисовать? А, ладно. Пять ноль. Так, снизу тоже цифры. Так, цифры мне ебут мозг. Все. Ау! Вон оно что, окей. Пять. 5 7 5 7 2 2 6 2 и 6. Готово. Это что еще за поебистика? Да, найс. Давайте почитаем, почему бы и нет. 2 февраля. Мои поиски продолжаются не так-то. С помощью этих примитивных инструментов я едва ли смогу прочитать что-нибудь на том, что... Ну, тут что, там что-то есть между землей и огнем, между водой и воздухом. Я не способен видеть его напрямую, но вижу его нечитаемое слово. Подобно тени на материального объекта, продолжая его вид и форму. Это последний элемент ноль. Он продолжает смысл всему остальному. Так же, как и все части мира, не имеют смысла без ноля. Орден. Полные дураки, ослепленные своими колдовством и жадностью. Алхимия — это не поиск чистого золота, это поиск нулевого элемента. А, все? Типа, один из семи — это второй листик алоэ. Ладно, давайте прочту это все-таки. Присутствие. Вижу его присутствие, бла-бла-бла. Книга. Ах ты ж, ё-моё. Как все у нас замудрено. Ну, открыть книгу, это помните, у нас было в этом? Ой, Растилейк, кажется.
такая же головоломка. Готово. Найден предмет. А, это то же самое, да? Окей. Заводной ключик. Ну а чего он? Так, окей. Эта хрень зажигается. Заводной ключик. А чего ж ты можешь быть? Так, подождите, у нас есть три элемента. Ага. Заводной ключик, я уже знаю, куда тебя всунуть. Давай. Ну. Круглая выемка, ну. Блять, не бейте мне мозг. Ты можешь не сюда, а сюда опуститься. Я понял, ты мусор, ёбаный. Опа. А сверху я еще ж не смотрел. Звезда она что-то дает. Углубленная в форме звезды. Углубление. Так. Вот финальный значок. Какая-то поебостика. Вот, как я изобразил. Надеюсь, было хорошо видно. Скобочка херово, сто пудов. Так, это что? Ёшки-матрёшки. Вот это вообще какая-то отдельная штуковина. Ого. Нихера себе. Найден предмет. Выглядит как миниатюрный телескоп. Это хорошо. Я знаю, куда тебя всунуть. Это проигрыватель? Так, что у тебя тут есть? Ничего. Так, ну, давай ты как-то будешь активироваться, да? Вот так. Вот так ты... Так, посмотрите. Могу? Ничего не вижу, пока не заставлю эту устройство работать. Там дверца. Я понял, она тоже не работает. Ключик. Ладно, погнали. То, что у нас есть. Первое это вот это. Поебень. Нет. Так. Так, так, так. Сначала сделаю вот первую, вторую, и третья сама подставится. Тяжелый чугунный ключ. Нихерака ключик. От чего же ты можешь быть? Так, три головоломки, подождите. Опа. Небольшой кусок, короче, бумаги, ткани. Пахнет спиртом. Так, окей. Что у нас теперь еще есть? У нас есть спичка. Могу? Опа. Готово. Хер работает. Посмотри в очечко. А как в каком смысле заработать? Подожди. Алло, ты можешь засунуть эту хер внутрь? А, в чем твоя проблема? Блять, квадратная форма.
Ну что тебя не устраивает? Вот, квадратная форма анола, засунь, ну ты чего, шутишь? Бля, мне сейчас взорвется мозг, ребят. Круглая выемка. Похоже, что она связана с внутренним механизмом. Где, бля? Вот. Вот. Тык-тык-тык-тык. Алло. Что с ней не так? Алло! Блядь, в чем дело? Квадратная, квадратная! Идите нахуй. Так, что у нас здесь есть? Чего я еще не заметил? Так, ну и, в принципе, здесь больше ничего, да, нету наверху? И это еще херь странная. Ладно, посрать. Сюда оно не втыкивается. Хорошо. Я с этим подумал уже. Что за каменное говно? Хотите сказать, оно сюда влезет? Я буду очень сильно удивлен. Ковалады. Ковалады. Ковла. Ты открываешься? Чувствую, запахло жареным у меня. Сука, сосунет этот ебаный ключ. В чем твоя проблема? Засунуть гребаный ключ. Окей, окей. Кажется, нет питания. Нахуй нам питание, ёп. Ладно, об этом можно забыть, да? Все, об этом забыли. Как? На, блядь, питание. На. Ебаный ключ. Алло. Как тебя всунуть? Где-то должно открыться. Я слишком тупой. Открыться оно должно. Вот, открыться! Как и всунуть? Как его всунуть туда? Как тебе всунуть? Что за хуйня, блядь? Что вообще, блядь, происходит? Ладно, там что-то есть, блядь. Тут нихуя нет. О! Обнаружено. Заводной ключ. Неужели это сюда? Ха-ха-ха. У меня есть чувство, что там больше, чем я видел. Окуляр мне поможет. Записывать что-то. Триал. Р. Триал. О! Что-то новенькое. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Что-то.
новенькая. L. Медная табличка. Так. 3 ал. Т. Три. А. Лэм. Одно есть. Один из замков открылся. Еще два. И я внутри. Здрасте. Большой сейф. 2, 3. Я не... Опять? Что-то еще? Это не 3. Это 2, 5. И кусочек говна. 8 мая. Уже не 2, не римская. МакАлистер вернулся оттисками из Египта. Узор складывается. Тибетка зовут нулевой элемент космоса. В индуизме это эфир, а в Вавилоне это просто высь. Другое измерение царства — Иштар. Еще большую важность несет в себе повторяющийся шестигранный символ. Один и тот же символ повторяется в культурах, разделенных множеством веков и масштабами земного шара. Кто теперь посмеет упрекнуть меня, что я охвачен пустыми домыслами, когда в моих руках окажется первый извлеченный образец, тогда они меня признают. Но пока что скептиков стало еще на одного больше. МакАлистер отказался помогать мне. Нельзя было просто печатно сделать. Хорошо, ключ. Во-первых, посмотрю, что это за херь. Кнопка. Так, это открывается. У нас есть ключ. В отверстии правильная форма, но она достаточно большая. Я понял тебя. Ты опять меня наебываешься. Что? Это диск сейфа, но в нем не хватает деталей. Так, окей. А. Это легко. Нуйс. Подрубаем вижен. Нихера себе. Замочная скважина. Здрасте. Небольшой ключ от шкафчика. Надеюсь, ты отсюда. Так, вертись.
Раскрашенная медная звезда. Ага, и нам нужен еще новый ключ. Звезда была у нас наверху. Готово. Так, что-то у них за спиной есть. Ну, одного из них точно. 21 июня. Запомни эту дату. Она самая значительная в истории человечества. Я сделал это. Нужен был испытуемый человек. Каталиэтерон был моя сущность. Изнуренный исследователями, я вошел в камеру, не отключая механизма. Когда я пришел в себя, все свершилось. Нулевой элемент более чем любопытен. Не является ни энергией, ни материей. В одном и то же время. Я уже достиг огромных успехов в его изучении, особенно в том, как он преломляет свет. Сегодня я даже открою вино. Нихуя тебе, нужно выпить. За такое ты что? Здрасте, вы поворачиваетесь, мистер, у вас там за спиной что-то есть. Опа, медное кольцо с нанесенными деталями по окружности. Ага. Ага. Найс. Вопрос, от чего это? Так, колечко сюда, да? Нет? Ладно. Идем дальше гадать. Нет. А, точно. Там же говорили, что не хватает. Ну, это было просто. Один сюда, два сюда. Что-то меняется? Видите, свет как-то меняется. И чего это свет? От чего свет исходит? Слишком замудрено. Дайте-ка подумать. А хуй его знает. Цифры, стопы, точно. Я ж записывал. 2, 5. Ну? Пущать цифры. О! Изи. Большой ключ с небольшим, с необычной формой. Так, ключ по форме подходит. Так. Нет. Это сложно. Так, мне нужно смотреть вот так, да? Так, и как я засовываю ключ сюда? Так, хуяк. Это вот так у нас хуяк. И в ту сторону только. О, готово. Круглая пластина с изображением звезды. И? А вот где у нас звезда была? А ну, раскройте мне секрет. Либо я чего-то не заметил, либо я не заметил саму звезду. А сюда? Вы имеете в виду? Нет, это вообще не то. Ребят, я, конечно, все понимаю, но... Так, может, здесь где-то?
Да нет. Хуйня в виде звезды. Может быть, это сюда. Ха. Какой я догадливый. 25 минут. Неужели видео будут по 40 минут? Второй замок открыт. Еще один. И все. Ой, блядь, созвездие. Созвездие. Значок мне не ясный. Мне нужно с чем-то открыть. Так. Звезда здесь и была. Что ты делаешь? Допустим. Нам сначала нужно запустить механизм. Монокль подрубаем, точно. Ага. 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 Ух ты ж, бля. Вот это я не пойму, как работает. Я чувствую, это будет долго. Так, это по вине крутится, да? Так, ладно. Эту херь я не трогаю. Эту херь я не трогаю. Значит, треугольник у меня должен быть так. Круг с точкой. Так. Квадратик. Так, окей, все, погнали. Я примерно понял, что от меня сейчас хотят. Так, квадратик. Квадратик идет сюда. Ага. Квадратик идет сюда. А. Ага. Оп. Трёшку. Где мне взять трёшку? Да. Здесь немного будет... Ага. О, типа, успей открыть. Правильно? Правильно. Так. Здрасте. Найден предмет большая шестеренка. Найдена резинка... резиновый ремень. Так, ладно, подрубаем дальше. Следующая головоломка. Большая отвертка. Отвертку я уже знаю тогда, куда засунуть. Раз. Два. Три. Готово. Найден предмет. Необычный разорванный ключ. О. А теперь попробуй подобрать, да? Или просто мне можно вот так соединить, да и все. Да и все. Где он? О, что у нас открылось, оказывается. А раньше ты не мог открыться? Он тут, ты хотя бы отсюда? Похоже, даже не отсюда. А, не отсюда, слушайте. Так, ну ладно, поехали. Так, вниз. Вверх, вниз. И также в противоположную, зеркальную. Да? Да, все. Готово. Шестеренка с разъемом. Хорошо. Здесь называется
найди еще резинка, у меня есть. Забей. Я вас понял. А, ну. Оп. Я забыл, что тут это ж. Еще одна шестеренка. Шестеренка сделана размера средненького. А вы ничего, да, не делаете? Среднего, ну, блин, это легко. Это легко. Резинку заюзаю. Почему ты не юзаешь резинку? Это ж... О. Он сделал то, что я сказал. Он молодец. Ну? Длинная узкая статная труба. Куда мне, блядь, засунуть теперь? Оу, это ключ. Оу, какой-то маленький ключик. Доставай. Старая фотография. Реф. 6.05. И какой-то дом. Окей. Маленький ключик. А, я ж... О, да. Стоять, это... Ах, ты ж ёлки-палки. Ну, аж так. Все замудрено. Так, ну, это ж вот так будет. Фу, опа, все обнаружил. Готово. Маленький серебряный щит. Получено. Так, кому-то там наверху, да, нужен был щит? Маленький уебок. Нет. Тебе нет. Тебе нужен... щит. Алло. Будьте любезны мне ответить, кому щит. Выемки для щита есть? Нет. О, какого черта я видел у тебя? Тебя за спиной шмотка, которая мне нужна. Тихо. О! О! Овальный драгоценный камень. Ништяк. Куда мне его запендрёхать? Опа. Время 6.05. Подожди. Оп. А, подожди, это римские. 1, 2, 3, 4, 5. А, там 0.05. Готово. Что же там? Что же там?
Глава пройдена. Достойные успехи, но вы же не думаете, что это доказали свою исключительность? Ё-моё. Ребят, ну вы поняли, да? Ух, ладно. С этим будем разбираться в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых головоломок. Всем пока.